Насте было 26. Несколько месяцев назад она получила права, ждала мужа с рейса и сама собиралась в море. На прошлой неделе девушку нашли мертвой в квартире знакомого. Основная версия полиции, рассказывает мама Насти, — передозировка наркотиками. Но женщина уверена, это неправда. Эксперт мне сказал, судмедэксперт в морге, что у нее нет в желудке ничего, ни алкоголя, ни вина. В крови не обнаружено ни алкоголь, ни вина, но признана за основу химичное отруйние. Кроме того, на лице и шее девушки синяки и ссадины, разбита губа. Вещи Насти матери отдали постиранными, объяснять что-либо отказались. Оксана считает, что ее дочь убили, подозревает владельца квартиры. Он был тренером девушки, общались они и за пределами спортзала. В прошлом месяце он якобы занял у Насти 28 тысяч гривен, чтобы уйти в рейс. Он ей позвонил и сказал, что деньги есть, приезжай, я отдам. Она подъехала на своем автомобиле, они нигде не сидели, она была в спортивной одежде. Он сказал, что денег нет и деньги он возвращать не будет. Его даже не задержали и не допросили, взяли за основу, что он сказал. Труп Насти нашли здесь, в одном из домов на Богдана Хмельницкого. Пообщаться с кем-либо из проживающих в этой квартире нам не удалось. По словам соседей, Артем уже несколько дней не появляется дома. При этом описывают его исключительно как хорошего человека, не связанного ни с криминалом, ни с наркотиками. Но и в тот вечер, говорят, ничего подозрительного не слышали. Я говорю, я клянусь, что я ничего не видела. Я в 9 часов была здесь. Мне жалко девочку, жалко, честное слово. Я никогда не враг девочки, но и не враг Артему тоже. Всегда шел, всегда здоровался, всегда проходил, ну, нормально. Я даже никогда бы не подумала, что такое может что-то случиться. Я его знаю с хорошей стороны, он хороший молодой человек, всегда общительный. Ничего вообще плохого сказать я не могу. Соседи рассказывают, Настю здесь раньше не видели, хотя девушки в этот двор приходили достаточно часто. А, ну, молодой сын, молодой, понятно, живет там. Девушки, все такое у него есть, наверное, я не знаю. Мы не следим за ней. То есть прошли, нету никого, все. К нему приходили девочки, но он даже никогда не выходил. Потому что папа здесь, он строгий папа у него. Он не разрешал домой водить вообще. Как в таком случае Настя оказалась внутри и откуда в доме образцового спортсмена появились наркотики, непонятно. Сейчас мама девушки добивается эксгумации тела и проведения новой экспертизы. Она хочет обелить имя погибшей дочери и добиться правды любой ценой. Лилия Горопашная, Юрий Шинкаренко, Денис Рудь, телеканал «Репортер».